дорогие подписчики моего канала, а также вы, зрители. Сегодня я хочу вам показать свои покупочки, которые совершила для творчества в нашем местном магазине. Да, видимо, покупочек из магазина Simaland мне показалось мало, потому что я как-то заходила с ребенком в наш книжный, и сказали, что там что-то пришло из новенького, и я не могла устоять. Поэтому давайте быстренько покажу, что я купила. Я купила вот такую вот скрепочку декоративную для скрапбукинга. Она не новиночка, она идет из осенней коллекции, так сказать, от Art Uzor. Так, если сейчас камера сфокусируется. Здесь написано у нас «Уютное время года». И также вот такую вот скрепочку с днем рождения. Также я приобрела сейчас... Потому что у меня здесь два вида бумаги в одной упаковочке. Также там был новый набор бумаги. Я не вспомню его название. Но он идет фоновый. Есть как 30 на 30, так и 15 на 15. Но в нашем магазине был только 15 на 15. И я из этого наборчика взяла только вот такие вот 4 фоновых листа со снежинками. Это у нас такой темно-сиреневый, зеленый, светло-сиреневый и розовый. К сожалению, название я не помню его. Там, получается, были еще у нас с оленями, с елочными игрушками и в полосочку. Но мне понравилось это. Они у нас продаются полистно. Можно, конечно, купить наборчик. Там 12 листов, а полистно они стоят 9 рублей листочек. Я посчитала, что это получается 12 листов. У нас выйдет на 108 рублей. 108-110 где-то. 108 даже. Вот такой вот я взяла вариант. И также взяла вот такой вот набор бумаги от Scrubberies Winter Joy. 24 листа, 15 на 15. Этот наборчик у меня вышел в 96 рублей, так как полистно он стоит всего 4 рубля. Я не могла устоять. У меня есть в большом формате вот такой вот листочек. Вот такой вот. Он у меня есть с вырезалками. Одну, кстати, я уже использовала картинку. Давайте я быстренько покажу, какие тут у нас есть листы. Это вот под такое вот дерево. Очень обожаю его. Тут они все перевернулись. Бумага односторонняя, поэтому вот такой вот с заборчиком. Очень красивая бумага. Она мне очень-очень понравилась. Я ее захотела взять, потому что для меня так 96 рублей. За 24 листа, тем более для открыточек это вообще будет шикарно смотреться, потому что у нас Новый год не за горами, поэтому разнообразие должно быть обязательно. Вот, кстати, эти два листа с вырезалочками. Ну, я думаю, такие вот маленькие можно использовать только в ЭТС-ках, ну или в принципе... Тоже можно использовать. Вот такой вот наборчик я купила бумаги. Так, сейчас мы вот так вот сделаем. Сюда наборчик положим. И последнее, что я взяла, это несколько листов с вырезалками из новиночек. И давайте начнем. Первый листочек вот такой вот. Я его вот так вот положу, потому что его не видно. Хотя сейчас я возьму камеру в руки и покажу вам поближе. Вот. Я перехватила. Это у нас идет от Scrubberies. Серия называется Elegant Festive. Вот, кстати, да, вроде бы из этой коллекции у меня маленькие листочки. Тоже что-то розовое. Здесь у нас надписи на английском. Здесь я взяла на русском, конечно же. Так как в английском я не сильна, но думаю, с переводчиком можно будет осилить. Очень-очень красивые листы. Также взяла на английском и на русском. А как потом выяснилось, я еще заказывала у девочки подобные листы. Думаю, много их не будет. И последний это вот такой вот листочек с вырезалками. Он Scrubberies серия называется вот так вот. Лист карточки.
Получается, в магазине пришло несколько новиночек. А если быть точнее, там также вышел у них, вернее, пришел к ним новиночка, набор бумаги о скраббере в морском стиле. Название я тоже не помню, как 15 на 15, так 30 на 30. Также он мне понравился, но я поняла, что в морском стиле я ничего делать пока что не буду. Также были и фоновые листы вот из данной коллекции, но мне не понравились. Сам фон не очень таки красиво и ярко смотрится. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Также ссылочку на свою группу я оставлю в описании. Обязательно проходите и вступайте. Буду вас там рада видеть. Вот такие вот небольшие покупочки у меня были. Док покупочки, так сказать. Всем пока, ваша Аня.